Привет, юные лыжники, это видео номер 3. Пока я думал о новом интервью, я конкретно подвернул ногу, поэтому немножко затянул с видео. Следующая горка, которую хочу показать, это самая крутая из тех, что я здесь нашел. Это черный спуск, номер, кажется, 15 или 22, не помню. Она начинается метров через 300. Чтобы вы поняли, где она начнется, я громко скажу слово, скажем, жопа. Я буду вкратце расскажу. Спуск очень крутой и постоянно, поскольку я не спец, мне приходится постоянно тормозить. Но долго тормозить, торможение очень сильно напрягает бедра и конкретно под конец горки заебывает тормозить. И приходится развивать большую скорость, которую в конце опять же приходится сбивать торможением. Под конец конкретно очень устаешь, и я под конец горки непроизвольно немного матерюсь. Поэтому примите во внимание. Итак, метров 300 это обычный спуск, и где-то метров через 300 после слова жопа начинается черный. Ну что же, поехали. Вот мы первый раз ее ебнулись. Ну что ж, продолжаем спуск. Продолжаем спуск. У-ху! Вот такой спуск. До новых встреч!